На изготовление такой ландшафтной скульптуры уходит пара недель, по словам автора. Стояла задача сделать так, чтобы герои получились, с одной стороны, яркими и живыми, с другой, чтобы они как можно дольше радовали глаз. Было принято решение использовать искусственную растительность, при этом краски подобрать таким образом, чтобы у каждой в природе был свой аналог. Собирается металлокаркас, обтягивается пленкой, чтобы не просвечивались между цветочками, и обтягивается искусственным самшитом. Почему искусственным? Потому что мы как-то делали слонов из натуральных. Они облазили, за ними уход больше требуется. То есть тут все натуральное, ничего страшного, если там что-то будет искусственное, вкрапление. До этого на Пионерском проспекте установили такого вот мультяшного пса. Разнообразить ландшафт вдоль одной из главных курортных улиц поручил глава муниципалитета Сергей Сергеев. Установка происходит в обычном режиме. Забиваются штыри. 60-70 сантиметров, штук 8 вокруг каждой фигуры, приваривается, обсыпается, укрепляется и все. Надежно, безопасно и красиво. Не успели рабочие завершить установку, как появились первые желающие сфотографироваться. Эльвира Денисова из Санкт-Петербурга говорит, что скульптуры получились красивыми. Побольше бы таких, было бы очень красиво. Особенно для маленьких детей бы что-нибудь придумали. Как рассказали представители Ремстроя, скоро на проспекте появится еще один известный герой. И не исключили, что проект продолжат, если не в этом, то в следующем году.